В эфире «Утро Карачаево-Черкесия» на телеканале «Россия». Всем доброе утро! «Золотой ключик» – так и называется детский кукольный театр в селе Бискес Урупского района. В этом году ему исполняется 10 лет. Кроме классических постановок, в репертуаре есть и произведения педагога и руководителя театра Натальи Болдыревой. С артистами театра и их куклами встретился Али Баташев. Сеть моя прочна и исправна, тысячу лет я плел исправно, ее я уж крепко сплел, всех заметил, всех учел. Злой паук опутал многих людей своими сетями и радуется, что они ссорятся между собой. Вызов ему бросает добрый волшебник. В сказке основателя кукольного театра «Золотой ключик» Натальи Болдыревой пасмурная история, битва добра и зла, проблемы выбора жизненного пути. Перед глазами зрителей – кукольные герои, а за театральной ширмой – настоящие артисты. Главного злодея играет Артем Кощанов. Он как бы хочет, чтобы все его слушались, и он думает, что он главный. А тебе сложно было перевоплощаться в злодея? Поначалу, да, мне надо было сделать похожий голос, характер злобный, и привыкать вот к его структуре, к этим палочкам и, в принципе-то, кукле. Избавиться от власти паука помогает обращение к небу, на котором появляются солнце и радуга. Стали люди просыпаться, одни здесь смогут оторваться. Бессменный руководитель и основатель кукольного театра «Золотой ключик» на протяжении 12 лет Наталья Болдырева. Она не только пишет сценарий, занимается репетициями театральных постановок, но и шьет кукол. Кстати, на изготовление одного такого персонажа уходит не менее 2 недель. У каждой куклы свой костюм, характер и огромные выразительные глаза. К юбилею Карачаево-Черкесии ей были придуманы и сшиты 5 кукол, олицетворяющих 5 основных народов республики. Я пишу сценарии, пишу сказки сама, пишу стихи для детей. И как бы это остается только на бумаге. И хотелось показать свое творчество, уже реализовать. И я сначала пишу сценарии, а потом под него уже шью кукол. В настоящее время наши дети участвовали уже в гастролях, ездят. Практически они побывали в всех учреждениях общеобразовательных и дошкольных со своими выступлениями. Вика Румянцева является звукорежиссером и рассказывает о жизни любимого театра в социальных сетях и в стенгазетах с фотографиями юных артистов, которые с удовольствием репетируют и делятся впечатлениями. Мне нравится, потому что здесь мои друзья, они поддерживают нас, и мы стараемся, чтобы ничего плохого не случилось. А актерское мастерство помогает вообще для жизни? Ну да, иногда, если мы, например, куда-то ездим, надо что-то рассказать, то нас учат, чтобы мы не были какими-то зажатыми, не стеснялись. И когда мы куда-то приезжаем, то это помогает жизни, чтобы мы не были такими стеснительными. «Колобок», «Теремок», «Каша из топора», «Сказка про царя Гороха» и другие постановки. Репертуар театра постоянно обновляется. Это дает возможность детских лет приобщиться к волшебному миру театрального искусства. Если справитесь с собою, может справитесь с судьбою. Али Баташев, Али Бастанов, Вести, Карачаево-Черкесия, Урупский район. Новый информационный день продолжает свое вещание на телеканале «Россия». Ровно в 9 смотрите «Вести Северный Кавказ», затем программы русской редакции. А в 14:30 «Вести Карачаево-Черкесия» с Аллой Динаевой. Всем удачной пятницы, приятных выходных и до встречи в эфире.